Еще раз. Шамрае. Шамрае. 7280. 208. Следующий. Четыре 360. Так, Андрюх, давай, твою. Тебя одна? Да. Так, ребята, пожалуйста, выберите по крупной рыбе, мы тоже их сейчас взвесим отдельно. Кило 800. У кого есть самые крупные, выберите. Нет, так еще раз. Я выбрал. Ну каждый еще показал. Кило 800. А вон сейчас можно. Опа, кило 940. Ну а сюда чего я ходил? Кило 940. Записывайте. 2140. А фамилия? Фамилия? Сычев. Как? Сычев. А что, Дедушка Мороз? Дедушка Мороз готов всегда. Дедушка Мороз. Так. Это будет за четвертое место. Это будет за крупную рыбу. Это за первое место, это за второе место. А кто ноль? А кто ноль, Дедушка Мороза бесплатно подарит. Если Дед Мороз поймал ноль. Для Дедушки Мороза бесплатно, мне по 500 рублей за ход. Все нормально. А кто ноль, там вот Дед Мороз. Ребята, подходите ближе. Можете аплодисменты. Можете аплодисменты. Начинаем награждение. Четвертого места. Жариков Андрей, кило 800. Подходим, Дедушка Мороз. Аплодисменты. Уже влияет, да? Ну, а что ж, конечно. Кто у нас победитель? Нет, это четвертое место. Четвертое место. Жариков Андрей, кило 800. Так, третье место. Сычев Иван. 2 килограмма 140 грамм. Где-то ходят. Подарки. Личные блесны от дяди Леши. Да, вот это тоже вам. И это тоже все вам. Поздравляю! Ну, да. Давайте памятный вклад. Поздравляем! Так. Второе место. Как? Дмитрий. Высочин Дмитрий. Как? Высочин Дмитрий. 4 килограмма 360 грамм. Так. Подарок от дяди Леши. Мы сегодня еще будем кушать от дяди Леши все. Так, сейчас крупную рыбу наградим пока. Дедушка Мороз. Крупная рыба. Самая крупная рыба. Самая крупная рыба. Килограмм 940 грамм форель. Шамраев Алексей. Аплодисменты. Фотографии, Дедушка Мороз. Так, за самую большую рыбу обязательно. Веселый, и он же самый большой улов, 7 килограмм 280 грамм. Это за счет. Когда он успел купить, не понимаю. Бурные аплодисменты лучшему рыбаку сегодня. Браво, браво. Ну, я так понимаю, сегодня скатит самобранка, да? Да. Тогда все, пожалуйста, к скатерти самобранку. Дядь Леш, к тебе, а потом к скатерти самобранку, да? Ради бога. Короче, берем посуду, идем к дяде Леше. Все это солнышко. Давай, подожди. Давайте, давай. Можно?
Только а мне на одну руку надо. Слушай, мы с тобой по центру-то маленькие. А может быть там призеры как-нибудь перестелают? А где призеры? Давай. Как будешь так влезть? Мы по скромному. Дядя Лёша ждёт. Да еще раз вас всех с Новым годом! Счастья, здоровья, успехов в новом 2020 году! И, конечно, сегодня вас ждет вот такой замечательный праздничный обед! Всем приятного аппетита! Вот правильный человек приходит, а у дяди Лёши удочка, дяди Лёша ему ложечку. Субтитры сделал DimaTorzok.